С одной серии ничего не знаешь, поэтому лучше еще записать одну. Поэтому Хайо гайз, с вами Джимики, и мы продолжаем проходить игру под названием... как она там называется? Минория. Да, точно. Поэтому полетели. Так, свет, смотреть. Вернуться в предыдущую локацию, да. А у нас больше вариантов таких и нету, куда идти. Давайте я сохранюсь. Так, по прогрессу, в принципе... Ага, ну я так и понял. Закрыто, хорошо. Так, ну у меня либо... Подождите, а если верну сейчас обратно? Там у меня все же будет, да, открыто? Смотрите, здесь все нормально. То есть я могу выходить просто с локации, возвращаться потом обратно. Так, я скоро уже апнусь, плюс. Блин, кнопки немного путаю, ладно. А, все, да, ребят, это Мамадора точно уже. Почему? Потому что здесь даже враг атакует так же, как было там. Ладно, я не хочу сюда идти. Я хочу сейчас вернуться немного назад. Для того, чтобы спуститься вниз. Так, еще нужно вот эту сторону изучить. Я пойду вниз. А мне нужно внизу там что-то искать. Может, я там что-то и найду. Монеты очень полезная вещь. Ага. Хорошо. По идее, должен быть левел-ап, нет? Вау, вау, вау. Какой-то он темный. Не, он... Да не, он слишком сильный, нахер надо. Может быть, в следующий раз вернусь. Так, куда бы спрыгнуть? Ну, давайте сюда. Блин, 4 удара. Ключ в виде секиры снова же. Цветок. Это опыт. Добро. Блин, я не знаю, принц... А хотя, подожди, там прохода больше нету. Там тупик. Там тупиковое место, то есть это секретная локация. В принципе, да, если за счет ворота играть... Лучше не парировать атаки, потому что... Ну, смысл, если не так очень много получу от этого. Получен архив 21. Так, давайте посмотрим. Вот, Фамиам, что вот это? Типа, это... А, пассивные эффекты. Походу, да, все-таки пассивно нужно будет тоже купить, ребят. За 3 серебряных, да, там выходит. Так, подожди. Серебряные монеты. Не пишется, ладно, сколько. Записи. Архивы. Так, 21-е. Священная канцелярия. О, официальная организация церкви. Главное
здание Белой Часовни расположено в городе Оливиде. Священная канцелярия – могущественная организация, которую общество уважает и боится. Заведует ее бесконечная милость, освященность, священнослужительница, которая напрямую общается с Богом. Помимо него решения принимают несколько монашеских орденов, среди них орден 12 святых. Считается самым крупным и наиболее влиятельным. Орден доносится до простых людей закон Божий и сулят великое благо праведникам. Следующее заветом и использование все предписания. А вот тех, кто отрицает учение церкви, преследуют как еретиков и передают в руки суда. Судом заведует инквизиция, которая и решает судьбу подозреваемых. В большинстве случаев подсудимых признают виновными и приговаривают к сожжению заживо. О, да. Народ. Не, я не знаю, но походу игра как бы не очень такая большая, потому что не так уж много вещей, которые можно найти. И, ну, вообще, да. Если так посмотреть с стороны. Подожди, а что у нас было с той стороны? Почему я туда не пошел? Там была закрыта? Так, минуточку. А, да, тут была закрыта, а там я просто не могу залезть. Тогда, походу, мне нужен двойной прыжок, либо проход будет с другой стороны. Дальше. В левой стороне там было у нас кладбище. Поехали. Блин, я не знаю. Ну, такое. То, что есть боссы, это прикольно. Мне нравятся битвы с боссами. Так, стоп, я ж здесь враги, да? А, так я могу бомбы просто уничтожать, и они не будут взрываться. То есть... нормально. Ай-яй-яй. Это было плохо. Ну да, видите, при идеальной... Хотя, че я мучаюсь? Все равно сейчас к сохранке побегу. Так, и у меня варианты низ, либо вверх. Да? А, ну, только низ. Только низ. Я не знаю за коробки. Но это чисто опыт. 5 опыта? Окей. Добро. Так, изучить. Серебряная монета. Опа. Так, а можно ли вернуться? Чтоб я купил себе пассивный предмет. А, нет, уже не вернуться. Блин, печально. Так, а она просто идет посохом, хорошо. Изучить. Согласно Так, эдикту номер 4202, почтенные матушки, мы приводим вольный перевод ведьминского высказывания. Мы утопаем в слезах этого мира. Надеюсь лишь то, что она примут. Что нас примут. Вот зачем тут ящики рушимые, если... я их не могу... Ну, с них ничего просто не падает. Просто это ненужные вещи получаются. Не, может быть, там враги, конечно, прячутся. Фиг его. Ладно.
Мне нельзя бить. Да, это Мамадора. Я потому что помню эти атаки. Это все было. Это все было, это я помню. Этих демонов. Так, и вариант это вниз все равно мне нужно будет потом пойти. Это ядовитые, да, пары? А, ну, запрет это использовать. Все. Так, архивы номер 16. Записи, архивы. Так, собор Святой Гильдреты. Собор Святой Гильдреты был основан несколько веков назад. Его первой настоятельницей стала сестра Эми. В то время угроза, видимо, была не такой явной, и сестры наслаждались мирной жизнью. Но службы здесь больше никто не проводит. В соборе идет война и с проникшимися в него еретиками. Близость к королевству дворцу делает собор статическим важной точкой. Окей, то есть дверь открыта. Там, где это... Ну, в принципе, я понял. Тогда это легко. Тогда это легко. Нет, не легко. Так, ну я вижу цветок опыта. Блин, а интересно, чем им не понравился цветок? Ну, когда мы, типа, атаковали листом. По мне было прикольно. Наверное, если я долго, да, стою в нем, в этих парах. Да, он быстро пропадает. А, не, не быстро, стопы. Поехали. Блин. Так, изучить. Получено... Да. Соборный ключ. Соборный ключ, скорее всего, это... Который выглядит как секира, да? Ага, соборный ключ. Выданные виды ключа, который открывает большинство дверей в главном соборе. Похоже, его выковали еще во время основания собора Святой Гильдреты. В то время настоятельница была сестрой Эми, и сестры наслаждались мирной жизнью. Ага, теперь вспоминаешь, Эмики, где это все находится. Вспоминаю, где это, блядь, все находится. Наверное, в первых локациях, да? Ага. Из-за этих существ пары появляются тоже. Ага. И что-то еще. Ой, ты ж ё. Ну ладно, только ближняя атака проблематична здесь.
Но это как темная. Ну, короче, это просто арена. Дым развивается за секунд 5. Так, карта. У меня есть вон наверху квадрат какой-то, где еще не лутал. А внизу есть по-любому что-то. Справа есть что-то. Хорошо. А давайте вон ли вправо. Но мне все равно вправо придется потом идти. Или влево сейчас лучше изучить. Давайте сейчас только право изучим. Чтоб я знал, какие мне где ключи нужны. Для этого я иду сюда. Ой-ой-ой-ой, тихо. Накоцался. Все-таки я накоцался. Ага. Ну, а сейчас опять сохранюсь. Так, подожди, а слева у нас какой нужен был ключ? Ключ секира. Все, сюда мы уже не попадем. Нужно проверить, как раз урон у меня увеличится или нет. Ну, начальный урон, да, на мало. Чем этот отличается от остальных врагов? Тем, что этот враг, он по КД кидает, да? И у него на одну тычку ХП. Хорошо. Я отсюда же потом смогу, да, выбраться, пойти. Блин, нет, ну, понимаю, что здесь есть какая-то... Так, вид какой-то прокачки, но, блядь, как-то оно выглядит убого. Так, секира. Я могу сюда пойти, да? Сейчас остановлю запись, мы идем в другую сторону. Хотя... Ладно. Ой, не нравится мне вот эта луна. Чё она выглядит так? Как 2D-шная. И вообще кажется, что это она просто висит здесь, рядышком. А не где-то там вдалеке. Так, здесь сейчас эти попрыгаю, да? Сокон. Нет? Странно. В другой комнате был активирован механизм.
Одноцветный фамильяр. Так, эффект наносит урон от молнии. Не, стой, это не тот. А вот это было да мощное. Хотя, блин, а чё я... Кнопочки то путаю. Скорее всего, механизм это... Под механизмом там ещё имеется в виду лифт, который был... Там выше. Чтобы был урон от того, что я коснулся. Подожди, так... А, не, он задевает только одну цель. Давайте назад вернемся. Вверх. Закрыто, с другой стороны открывается. Бля, мне нужно было в эту библиотеку какая-то попасть. К той, которая мне прилагала. А я не выйду, все равно вот через этот приду. Через низ. Через один проход, который я открыл. Слишком темно. Целительный фамиан. В смысле, у меня их теперь два? Или они типа улучшаются? Ладно. Равно смерть. Блин, я не знаю на самом деле, что мне сделать. Либо вверх, либо вниз. Ладно, давайте сюда. Что тут по врагам? А, я понял, здесь эти. А, так тут тупик. Серебряная монета. Скорее всего, когда я найду двойной прыжок, я смогу сюда вернуться. Или когда я смогу цепляться за что-то. Пока что мне сюда. А секира, да? Да. Так, спрыгни. Вот, подожди, тут что-то есть. А, это просто испарение. Воу-воу-воу! Thank you.
Почему они такие сильные? Серебряная монета, еще одна. Так, итого у меня что выходит? Там закрыто, не закрыт. Бок. Офиг его. Мы возвращаемся, чтобы сохраниться. Что-то, знаете, хотя я становлюсь сильнее, но враги от меня тоже не отходят. А хотя... Стоп. Стоять. Ах, классно. Я не могу вернуться обратно. Только у меня не будет двойного прыжка. Великолепно. Да, такого я еще не видел. Такого я еще не видел. Ух, сколько что-то мне бежать нужно будет. Сильными вот эти штучки являются, когда они появляются хер знает откуда. Вот такие вот. Вот он появился хер знает откуда, и он сильный. Ну, блин, я так и наверх. Внизу я не помню, что было внизу? Что внизу было? Внизу... Справа или слева плевать. Что там какая-то фигня? Что там было, да? Какая-то фигня. Стой, это проход, это не то. Мне лифт нужен. Лифт это здесь. Там у нас гробница, там закрыто этим топором. Замечу, бомба взорвалась, но я ее сломал. А, да, смотрите, типа, у меня увеличился этот количество хилок. Теперь не 5, а 6. Я думаю, что изменилось. Все стоит на своих местах, а тут ничего нету. Так, я ж, по идее, могу вот сюда. А, вспомнил. Ключ, топор и двойной прыжок. Если сейчас будет... Мне нужно прийти на свет в библиотеку. Купить пассивный эффект. И мы пойдем в эту сторону, да? Да, лифт вот. Отправиться в библиотеку. Лавка. Да. Благодарю. Так, это я лучше оставлю себе на попозже. Теперь, что мы делаем? Я не знаю, у меня по идее есть... А, тут у меня нет проходов, стоп. А что у меня там за щель еще есть?
Да, хилюсь. 7 хп. Отхил. Много. Ничего сказать. И там, короче, есть стопудово. Я отвечаю вам. Стопудово там есть то, что мне нужно. А это секретная стена. Так, ладно. Можем, в принципе, здесь, я думаю. Или продолжим немножко. А, давайте до лифта выдаем и там закончим. Я не знаю, почему мост сам не чинится через какой-то промежуток времени. Так, и тут, мне кажется... Заперто. Заперто. Вы получили способность зараженная атака. Удержите кнопку атаки ближнего боя, чтобы применить новую особую атаку. Это тоже юзабельное. Ну, оно юзабельное, да? Ну, как сказать? Кончающее. Это плохо. Ладненько, давайте тогда, я думаю, на этом закончим с вами. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.